Здравствуйте, мои хорошие. Я сегодня с общим раскладом, который будет называться «Что он думает обо мне сегодня?». На выбор три варианта, три сосуда с фиолетовым, зеленым, с голубым камнем или стразом. Кому как больше нравится. Подумайте, сосредоточьтесь. И будем смотреть далеко. Забегать не будем с болтологией. Итак. Позиция номер один. Её здесь, наверное, же видно было. Первое, давайте посмотрим, что происходит в жизни мужчины загаданного. Карты сразу сыпятся. Смотреть их не буду, потому что их сразу несколько высыпалось. Лучше достанем новые. Так. Так, что происходит в жизни загадного мужчины? Переживает. Знаете, такое ощущение, что мужчине здесь прилетело по всем фронтам, но самое главное, здесь есть проблемы на работе. Ночи бессонные, мысли. И здесь ощущение того, что уже прилетело, и ожидание того, что прилетит еще. Ну что прилететь может? Выговор. Конфликт с кем-то, что еще может повториться. Какой-то нехороший разговор. Все это связано с той деятельностью, которой мужчина занимается. Что еще происходит в его жизни? Довольно-таки плодотворное общение, скорее всего, с женщиной. Причем общение здесь эмоциональное. Женщина важная в его жизни, мать, жена, либо какая-то другая близкая ему женщина. Может быть, из числа семьи, может быть, в целом очень важный друг детства. Неважно, что противоположного пола. А еще мужчина здесь переживает, что в жизни вошел в какую-то полосу, где все застопорилось, и для того, чтобы произошли изменения какие-то, нужно сделать шаг какой-то, да, либо нужно принять какое-то решение, сделать какой-то выбор. А его в данный момент ни выбор, ни шаг сделать невозможно, потому что та ответственность, которая лежит на данном мужчине, она слишком тяжела для того, чтобы взять все и бросить. Взвалил на себя и тащить будет до конца. Во всяком случае, до той поры, насколько хватит его сил. В чем здесь ситуация? Здесь, смотрите, либо дети, которым мужчина помогает, либо близкие люди, опять же, с которыми уже давно сложилось общение. Также здесь могут быть какие-то старые долговые обязательства. Здесь может быть ипотека, здесь может быть кредит, здесь все, что угодно. И пока мужчина находится в этой, я бы сказала, кабале, потому что десятка жезлов в сочетании с двойкой жезлов говорит о том, что ситуация очень сложная, тяжелая, и часто можно назвать такую ситуацию, характеризовать как кабала. И здесь мужчина просто вынужден делать то, что он сейчас делает, бросить не может, потому что иначе, наверное, будет еще хуже. И здесь, видите, еще и навалились какие-то рабочие проблемы. Конечно, восьмерку пентаклей, если мы смотрим на мазь, можно еще рассматривать как денежные какие-то проблемы и переговоры здесь с женщиной, с близким лицом по поводу денег. Какие-то, возможно, какой-то поиск компромиссного решения или поиск решения. Но так или иначе, для мужчины на данный момент выхода такой выхода хорошего из данной ситуации не предвидится. Поэтому переживает, скажет, что здесь хорошее настроение. У него нет. Такого я сказать не могу. Что его волнует больше всего на данный момент? Что волнует больше всего? Есть определенная проблема, она довольно давняя, это проблема, которая касается семьи, касается его близких людей, и
эта проблема периодически о себе напоминает. Мужчина здесь, конечно, держит ухо востро, но здесь, опять же, ситуация, которая снова напомнила о себе, и она его волнует больше всего. С чем связана эта ситуация? Опять же, здесь, смотрите, здесь могут быть проблемы каких-то взрослых членов семьи. Не буду говорить огульно для всех, но для кого-то здесь проиграется, что есть, например, какая-то хроническая болезнь у близкого человека, который периодически входит в стадию ремиссии, периодически в фазу обострения. И в данный момент здесь нужно принимать решение, чтобы вот что-то здесь, не знаю, поиск доктора, может быть, поиск труднодоступного лекарства. Может быть, такая ситуация. Может быть, здесь ситуация, что мужчине... Ну вот пора бы, знаете, вот как действовать. И в свое время он бездействовал, он ничего не делал, думал, что все ему сойдет с рук. А сейчас ему поступила снова информация о том, что здесь ты, мой дорогой, должен сейчас что-то делать. Здесь от тебя многое зависит. И просто опять, как ты привык отсиживаться здесь, отсидеться не получится. Проблема есть, но проблема не решалась. Здесь проблема такая, которая на какое-то время затухала, давала о себе знать. Возможно, и тогда, когда она уже маячила о себе, никакие решения, никакие действия не принимались, и все это можно было спустить на тормоза. Сейчас же ситуация и проблема снова о себе заявила. И здесь нужны вложения и финансовые, судя по рыцарю Пентаклей, по карте сила, и здесь физические вложения. То есть остаться таким пассивным, безмолвным наблюдателем здесь у человека не получится. Есть проблема. И проблема давняя, которая сейчас волнует его больше всего. Либо с близкими людьми, либо давайте... Нет, это либо близкие люди, либо что-то связано с документами, с имуществом. То, что вот без того, чтобы решить через законодательные органы, не получится. Да? Такие вещи, которые, в решении которых нужно там что-то подписывать, не знаю, ставить печати... заверять, сверять с какими-то контрольными, может быть, надзорными органами. Здесь такая ситуация. Может быть, здесь даже так, что человек долгое время прятался от каких-то долгов. И до поры до времени здесь удавалось данную ситуацию избежать. Сейчас не получается. Может быть, здесь кредитные какие-то моменты, которые тоже о себе дают знать. Ситуаций много, людей много, для каждого свое. Но здесь, видите, просто... прозвенел колокол, что ты сейчас должен делать. И этот вопрос занимает его сейчас больше всего, конечно. Давайте теперь смотреть тот вопрос, который был озвучен в раскладе, что он думает о вас сегодня. Итак. Вы знаете, вот попросить у вас помощи сейчас, этот мужчина, может быть, и хотел бы, но он сомневается, что вы откликнетесь, сомневается, что вы поможете. Вопрос так или иначе здесь мужчина все равно касается финансов. И здесь ситуация, что вы либо не захотите помочь, либо у вас у самой здесь нету финансовой возможности для того, чтобы дать в той в полной мере мужчине, в котором ему это необходимо. А еще такие мысли, что а нужны ли ей мои проблемы, а... захочет ли она вообще здесь пообщаться со мной? Мужчина здесь вообще сомневается, а привязаны ли вы к нему так, как это было когда-то? А нуждаетесь ли вы в нем так, как это вот когда-то было? Думает о вас, да, вспоминает, да, часто вспоминает именно какие-то жаркие моменты ваших отношений. Возможно, какой-то жаркий
интимный момент, возможно, какой-то горячий, яркий спор, возможно, какую-то ситуацию, где вы ярко проявили себя, крутит в голове те моменты, что еще он думает о вас. Хотел бы как-то с вами связаться, но здесь, видите, здесь... Он не знает, что будет после того, как вам он, например, напишет. Либо вам он позвонит. И вот этот момент, что... А я не знаю ее реакции, а я не знаю, что она сделает и как она отреагирует, здесь все-таки является сдерживающим фактором. Мужчина считает, что вы занимаетесь сейчас собой, что вы... Не знаю, каким-то образом похорошели, как он это увидел, либо кто ему об этом рассказал. Здесь история умалчивает, опять же, в силу того, что расклад этот общий. Ну, у мужчины есть информация о том, что вы просто стали хороша собой. Возможно, кто-то из вас стал хорошо зарабатывать, возможно, кто-то из вас занялся вплотную своим внешним видом. Смена прически, смена гардероба. Похудеть, поправиться здесь. Опять же, об этом тоже может быть речь. И мужчина думает о том, что у вас сейчас абсолютно спокойная жизнь началась. Либо абсолютно спокойная жизнь, как была, так и продолжается. Не думает о том, что у вас какие-то проблемы. Наоборот, считает, что вот у него, видите, здесь проблемы навалилась куча. А ей хорошо. Я тут разгребаю, и мне тут нужно сейчас подсуетиться. А она живет не напрягаясь, а она живет вся такая расслабленная, занимается собой, тратит деньги, покупает что-то, либо по ресторанам ходит. Жизнь у нее здесь полная чаша, и она сидит, не грустит, не печалится. Такие здесь мысли у мужчины сегодня о вас. Что еще здесь? Мужчина думает о вас сегодня. Давайте так, что его волнует о вашей персоне больше всего? Здесь у девочки, у кого-то отыграется, что вы женщина не свободная, женщина замужняя. И его даже ваша семейная ситуация здесь волнует, что здесь мужчина, например, в своей семье создал кучу проблем, и которые надо решать. О разводах, кстати, там тоже может идти речь, что мужчина с кем-то, например, имущество делит, либо собирает бумаги для подачи на развод. Может быть, да, что ситуация могла подниматься несколько раз, и тут наконец-то все избежать не удается, надо решать. Про развод, кстати, кто просил расклады, посмотрите, у меня в плейлисте про отношения есть тема, будет развод или нет. Можно смотреть как на себя, так и на какую-либо другую пару. Также не забывайте, что есть ссылка под данным видео на специальное видео, где вы можете написать запрос на расклад. Под данным видео запросы не пишите, они теряются. Именно там я беру и черпаю идеи для новых раскладов. И мужчину здесь, видите, здесь волнует. А еще такой вопрос, видите, что особенно для тех, кто находится в семейных отношениях с другим мужчиной, да, женщина не свободна, здесь думает, уйдет она от мужа или не уйдет там, бросит она своего или не бросит. И думает о том, что хотел бы появиться любыми доступными способами. Кто-то хотел бы написать, кто-то хотел бы просто случайно столкнуться где-то в толпе, кто-то хотел бы приехать, кто-то хотел бы позвонить. Вот такие вот мысли, да, вот мысли о том, что надо как-то проявить себя и что-то сделать. Про то, сделает, не сделает, опять же, смотрите плейлист про отношения и его шаги, и намерения, и действия. Все-все-все вы найдете в общем раскладе. Сложно делать много-много-много позиций. Чем точечнее разбита каждая тема, тем больше пазл вы сможете собрать, если будете смотреть видео. Я думаю, на данном моменте мы остановимся. Те, кто хочет посмотреть продолжение, вот конкретно там будет, не будет делать, там, или что там он, чего он добивается своим поведением.
Смотрите, все данные темы есть, и они довольно хорошо раскрыты. И, по-моему, все последние видео там тоже на 3 позиции. Можете вот здесь загадали 1-ю позицию, можете посмотреть и там 1-ю позицию. Если отыграется, то будет здорово. Здесь пока закончим. Если резонирует, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Любая ваша активность на канале, будь то лайк, будь то комментарий, это поддержка для меня. Когда я нахожу стимул, когда у меня есть вдохновение видеть, что вам это интересно, я сажусь, и мне интереснее чаще-чаще делать для вас. Всех благодарю за обратную связь, в особенности. Все это важно. И если бы не ваши вопросы, не ваши запросы, либо просто комментарии, в которых звучит не конкретный вопрос, а рассуждение на тему, не было бы некоторых, опять же, видео. Потому что многие видео вдохновлены как раз-таки вашими комментариями, либо запросами, либо вопросами. Поэтому спасибо. Это была у нас позиция 1. Так, позиция 2. Если я не ошибаюсь, то был зеленый камешек. Девочки, если я перепутала, то простите меня, пожалуйста, посмотрите там не вторую, да, а если вы загадывали голубой камешек и ждете его, что он будет следующий. Это будет следующая позиция. Если кому-то было неудобно, то еще раз говорю, я извиняюсь. Не положила в ряд, чтобы видеть, как будет правильно. Итак, что происходит сейчас на данный момент в жизни мужчины? Чем он вообще занимается? Здесь мужчина, кстати, мог отправиться в командировку, в путешествие, либо в какое-то семейное путешествие, в семейную поездку. Вопрос либо карьеры, либо семьи, либо самореализации, но это то, что надолго, долговременно, то, что ему важно, то, что приносит ему прежде всего эмоциональное удовлетворение. Да, большинство здесь отыграется командировка по рабочим моментам, связанная с какой-то даже карьерой, с продвижением. Кто-то, возможно, даже поехал работать в другое место с повышением. Кто-то здесь как раз-таки поездка или путешествие, которое так или иначе связано с семьей. 2 варианта здесь вижу. Работа и семья. Что еще происходит в жизни данного мужчины? Здесь мужчина целиком и полностью вот сосредоточился. Я говорю, здесь 50 на 50. У половины здесь мужчины занимаются какими-то семейными вопросами, но они приятные. У половины здесь занимаются рабочими моментами. Опять же, это вопросы приятные, которые сулят продвижение, которые сулят статус, которые сулят какие-то стабильные, хорошие изменения. И здесь мужчина в данный момент, он не один, вокруг него люди. И здесь такая завязка, что он помогает людям, люди помогают ему. Ну, такая вот очень тесная взаимосвязь. В довольно в теплой сейчас обстановке находится мужчина, довольно комфортно ему. И довольно здесь такое радостное настроение и приятное состояние в его внутреннем мире. Итак, что еще происходит? Ну, смотрите, здесь видите, карты башни здесь о чем? Тут, знаете как, тут решилась какая-то очень давняя проблема, от которой мужчина, возможно, отгораживался. Возможно, не хотел ее решать. Но башня — это такая карта, такой аркан, который не спрашивает и который там в дверь не стучит. Можно я войду? Башня случается, как правило, неожиданно, внезапно. И неважно, сколько проблем или ситуации лет. Неважно, как долго там мужчина там цеплялся и не решал тот вопрос, который просто взял и разрешился. Но что здесь интересно, для мужчины этот вопрос разрешился самым каким-то благоприятным образом. Например, поругался с кем-то на своей прежней работе, психанул, хлопнул дверью, и там и не успел, не знаю, собрать свои вещи, да, там, сложить весь свой там канцелярский набор в коробочку, как ему тут же позвонили и предложили на более высокую должность претендовать.
быстро, неожиданно, но видите, здесь человек просто остался еще и с выигрышем в кармане. Здесь это просто абстрактный пример, но думаю, если вы довольно хорошо знаете человека, то вы примерно, не примерно, вы точно знаете, о чем здесь речь. Да, видите, на коне в изобилии, все здесь хорошо. Вот, смутила меня башня, но башня, видите, здесь, опять же, в хорошем контексте, что все решилось, и все, что давно мучило, все закончилось, все зачистилось, и на этом чистеньком месте, потому что башня, если рушится, остается всегда плацдарм для того, чтобы сооружать что-то новое. И здесь что-то новое стало сооружаться довольно быстро и хорошо. Ну, здесь... Все пока в данный момент у данного мужчины все хорошо, позитивно. Я бы даже сказала, все очень круто. И вопросы семейные здесь тоже задействованы, потому что верховный жрец, император, императрица, четверка жезлов, все это говорит о том, что здесь те изменения, которые касаются мужчины, так или иначе связаны с его семьей. Здесь может быть его личная семья, там жена, дети, может быть его семья, это родители, там папа, мама. Но здесь все, скажем так, рады, все довольны, что все так случилось. Возможно, здесь мужчина наконец-то, например, созрел жениться. Семья его допекала, давай. И тут он представил невесту, и вот они тут отправляются в свадебное путешествие. Так тоже может быть. А что его волнует сейчас больше всего? Теперь волнение посмотрим. Здрасте, дьявол. А мужчина здесь волнуется по поводу того, что объявится какая-то персона. Она может быть королевой жезлов, она может быть королевой пентаклей, как по стихии и знаку зодиака, так и в целом по сигнификации личности. И начнет с него выколачивать какие-то прежние долги или обещания. Боится, что объявится какая-то женщина и напомнит о себе. И я бы даже сказала, что здесь мужчина не просто даже опасается, а здесь мужчина за этой женщиной может как-то подглядывать, следить, либо у кого-то узнавать, там, как у нее настроение, что она там думает, не думает. Потому что если она ворвется в его жизнь, или если она ему напомнит о том, что он ей там задолжал, пообещал, то он будет себя чувствовать, ну, не так хорошо, как он чувствует себя сейчас. Боится потревожить то хорошее и то комфортное состояние, в котором он сейчас находится. Всегда за внешним фасадом, таким хорошим, ярким, расписным, всегда, конечно, может храниться нечто такое, что лучше не показывать и лучше спрятать подальше от посторонних глаз. Что еще его волнует здесь больше всего? Да, есть ситуация, это из прошлого. Ситуация из прошлого. Сейчас, подождите. Данное было какое-то обещание, какой-то шаг. Я сделаю или я приеду. Я помогу. А по факту мужчина сделал вид, что он очень занят. И тому, кому он должен был, по факту просто ушел в тишину. И тот человек вынужден был справляться сам. Тот человек, это может быть женщина, это может быть мужчина. То есть мужчина позиционировал. Возможно, это продолжение первой ситуации, что боится, что появится человек, персона, которая напомнит ему о его грешках каких-то. А возможно, это вторая ситуация, отдельная штука. Еще была такая ситуация, что мужчина прям позиционировал себя, что я могу, тут, я не знаю, я тут Брюс всемогущий, я здесь все сделаю. А по факту получается, что ушел в закат, ушел в тишину и просто оставил человека наедине со своими проблемами. И причем уходил, сославшись на то, что ему прям очень-очень надо уйти, что он очень занят, что у него важная
проблемой, что он в данный момент прям не может сделать, но я сделаю потом, я сделаю потом. Сейчас дела, и вот под прикрытием вот этих вот дел, либо какой-то занятости, или мне сейчас нужно съездить, я вернусь и все доделаю, или мы, дорогая, с тобой поженимся сейчас, я там, не знаю, съезжу в командировку, и вот вернусь, мы поженимся. А по факту здесь ничего не случилось. Его эта ситуация здесь тоже волнует. Ну окей, давайте теперь посмотрим, что он думает о вас сегодня. Итак. А он сейчас думает, размышляет, а правильное ли решение по отношению к вам он принял. Или если это вы мужчину отправили в отставку, он думает, а не погорячился ли я, что я добровольно здесь ушел. Терзают вопросы именно выбора. И так как здесь пятерка кубков, здесь оплакивает потерю. То есть здесь мужчина относится и к вам, либо к вашей ситуации, как к потере. Если здесь общение до сих пор продолжается, то мужчина здесь переживает, что он хотел бы в несколько другом формате, может быть, более чаще видеться, либо более, чтобы позитивное общение было. Но по большому счету здесь, по большинству, все-таки я вижу, что здесь либо пауза, либо расставание, либо ссора, конфликт. И мужчина сейчас сомневается, правильно ли случилась та ситуация, которая сейчас случилась. Что еще он думает о вас? Ну, девочки, ну видите, да, здесь мужчина понимает, что вот та точка, которая случилась, она была неизбежна. Но после точки, после смерти, бывает как окончательное уже завершение той ситуации, которая случилась, либо продолжение с чистого листа, более качественно, более уже гармонично. Мужчина понимает, что эта точка была неизбежна, но вот опять же смотрит он на то, что случилось, и просто, ну вот сомневается, да, правильно это было или неправильно. Может быть, в своей собственной адекватности здесь даже мужчина сомневается, правильно ли я, что я, например, ушел, либо правильно ли было, что я согласился на то, чтобы мы там расстались, либо вот чтобы между нами молчание было. В первой позиции я смотрела, и в это я тоже посмотрю. Что его сейчас волнует больше всего по отношению к вам? К тому же здесь такая позиция, здесь, конечно, стоит такой вопрос рассмотреть. Что его больше всего волнует? Режим ожидания, видите? Угу. И ваше молчание волнует. Это, наверное, та ситуация, что когда человек молчит, то он не просто молчит, а он о чем-то молчит. Здесь очень на это похоже. И причем мужчина понимает, что вот прямо сейчас не разобраться невозможно, не выяснить что-то невозможно. Может, он действительно здесь сейчас настолько далеко уехал, что не может как-то дистанционно с вами какую-то ситуацию решить. Может быть, здесь, если отношения продолжаются, что мужчина тоже дистанционно находится и вот ждет, когда вот наконец-то вот ваша такая разлука закончится. Но у большинства все же здесь подыгрывается, что случилась пауза, точка, либо окончательный разрыв, а мужчина сомневается. Нужно ему было вот такое логическое завершение вашей ситуации, либо не нужно. И да, его волнует, что бесполезно сейчас что-то делать. Режим ожидания надеется, наверное, на то, что ситуация с вами как-то сама собой рассосется. Что еще его волнует больше всего по отношению к вас? Ну да, здесь, видите, здесь восьмерка кубков. Уход с тяжелым сердцем. Его волнует, что между вами такое случилось, что пришлось уйти. Ушел, конечно, скорее всего, мужчина. Да, ушел, скорее всего, здесь мужчина. И уходил он, видимо, не совсем красиво. Душа, конечно, сжималась внутри, но, видимо, гордость зашкаливает. Короли мечей, это же такие у нас товарищи. У него душа внутри будет рыдать,
а внешне будет такая холодная маска, что будет казаться, что он еще и усмехается. Да, по поводу того, как все это случилось, как это как-то стремительно для него все это произошло, неожиданно, и смерть, это же тоже трансформационная карта, которая быстро случается, неожиданно. Это, пожалуй, наверное, самая быстрая карта из колоды, из старших арканов, если мы смотрим на какую-то скорость. Даже колесница, она более медленная, чем смерть. Потому что колесница – это карта все-таки движения, и есть какое-то время для того, чтобы она из пункта А в пункт Б приехала. Смерть – это карта несколько иная, которая раз на вопрос, вот насколько быстро все случится, если выпадает смерть, очень быстро и неожиданно, сами не будете ожидать. И вот для мужчины, что как-то слишком быстро все случилось, переваривает информацию, вспоминает, переживает. Возможно, гадостей наговорил каких-то вам. Возможно, вы ему наговорили каких-то гадостей и не может всю эту ситуацию забыть и отпустить. Поэтому, девочки, здесь на данном моменте мы остановимся. Действие, не действие будет делать, не будет. Смотрите плейлист про отношения на любой вкус. Там есть расклады, потому что в одном раскладе посмотреть даже в трех позициях полностью, да, там на мысли его, там, что происходит в его жизни, кто он сам, что он думает, там, что он будет делать, ну, это нереально. Чем более такие вот точечные расклады на какие-то короткие темы, тем точнее. А если вы посмотрите другие расклады на другие волнующие вас вопросы, как раз соберется некая картина происходящего, и все-таки так будет лучше. Как мне пишут в комментариях, что если смотреть ваши расклады вот как раз по волнующим темам, то получается такой некий сериал, который складывает всю картину по пазлам, и все понятно. И все понятно. Поэтому посмотрите, если хотите какие-то пояснения по данному раскладу. Там тоже есть расклады на три позиции. Можете загадать также вторую позицию, которую вы смотрели сейчас. Потому что там позиции либо по сигнификаторам, ну да, там по сигнификаторам. Вот здесь немножечко другая выборка по позициям. Ну и, собственно, посмотрите, и буду ждать ваших комментариев, обратная связь. Это самое дорогое, что может быть. Подписывайтесь на канал, кто не подписан, ставьте лайки. Это самая лучшая благодарность мне и мое вдохновение, когда я вижу, что вам нравится, и вы благодарите лайком. На этом вторую позицию мы рассматривать закончили. Позиция номер 3. Вот здесь. Так, что происходит в жизни загаданного вами мужчины на данный момент? Как бы ни хотелось, как бы ни эмоционировалось, здесь кто-то из мужчин хохочет, а кто-то из мужчин здесь плачет и рыдает. Но как бы ни хотелось сейчас разрешить ситуацию, он понимает, что здесь, ну, невозможно. Если мужчина, например, сейчас хочет менять работу, вот срочно, а он понимает, что я не могу это сделать. Кому-то, например, у кого-то документы потерялись, и пока их сделать, пройдет время. Кто-то, например, хочет, не знаю, уже до трясучки, например, в командировку, либо переехать, а получается, что оттяжка какая-то с документами. Кто-то здесь разводится. Но здесь опять же, да, вот есть задержка, может быть, какие-то формальности, может быть, там еще что-то. Опять же, эти примирительные сроки. И мужчина здесь находится в такой вот ситуации, когда вот полное напряжение и полная мобилизация своих сил для того, чтобы вот набраться терпения.
Здесь все решает терпение. Здесь ситуация со временем решится. То, что мужчина сейчас себе наметил, либо то, что сейчас происходит в его жизни, но задерживается, оно разрешится со временем. Конечно, ему, наверное, здесь хотелось бы, чтобы все решилось быстро, чтобы все решилось максимально в его пользу. Не хочется никому тянуть, хуже всего ждать и догонять. И мужчина это знает, ждать не хочется, а придется. А придется. Понимает, что без этого шага будущее ему не откроется, либо без этого шага даже думать о будущем здесь не получится. И поэтому здесь такое промедление. Если мужчина кому-то говорил, что я сейчас не могу, там, или я не могу приехать к тебе, там, потому что там есть важные дела, которые я не могу бросить, не обманывал. Если говорит, что я не могу там сейчас там сделать то-то для тебя, потому что есть некое обстоятельство, которое меня задерживает, то здесь тоже не обманывает. Что еще происходит в жизни этого мужчины? Смотрите, здесь двоякая ситуация. Здесь либо мужчина сам столкнулся с предательством. Кто-то в личной жизни, кто-то в работе столкнулся, кто-то от близких либо друзей. А у кого-то здесь мужчина предал. У кого-то семью, у кого-то друга, кого-то подставил на работе. И вот эти мысли его здесь волнуют. Да, ситуация предательства. Да, и он переживает по этому поводу. Ну-ка, что он здесь переживает? Он переживает, видите, чтобы многие моменты тайные. У него здесь много есть тайн. Но вот по данной ситуации есть еще что-то, что может всплыть, что будет известно. И он переживает. Если перекладывать ситуацию на, допустим, личную жизнь, и мужчина, например, женатый, да, то мужчина очень боится, что всплывет информация про любовницу, и будет ясно, что он долгое время предавал свою жену. Либо наоборот, да, мужчина встречается с женщиной, и там живет с ней все хорошо, он боится, что всплывет информация, что он по-прежнему общается с какой-то своей бывшей. Про работу здесь пояснять не буду, потому что здесь, опять же, ситуаций будет много, но так или иначе тема предательства и опасения, что всплывут какие-то тайны, какие-то моменты, которые ему не хотелось бы спрятать, здесь присутствует, что, видимо, вот-вот-вот что-то кому-то может стать известным. Его это напрягает. Давайте тогда посмотрим, что его волнует сейчас больше всего. У большинства здесь отыграется, что здесь все-таки любовные треугольники, что станет информация вот доступна общественности. Позор, сразу груз ответственности ляжет на него. Видимо, кому-то придется объясняться, видимо, кому-то придется вещи собирать, кому-то документы придется собирать. Закончилась вольная жизнь. Закончилась. Да, здесь, видите, все течет, все меняется. И дальше ему придется уже, хочешь не хочешь, а брать ответственность на себя. Документальную, формальную, материальную. А не хочется. И его волнует больше всего еще то, что вот как бы выкрутиться из этой ситуации по-красивому. Волнует то, что а получится ли мне наврать так, чтобы все в это поверили. Также здесь может имитировать плохое состояние здоровья или то, что там, это не трогайте меня, у меня давление поднялось, да, как это бывает. Или не трогайте меня, все, я там ложусь в больницу, все, мне плохо, тошно. Будет пытаться как-то еще выкрутиться, беготня какая-то разными способами. Не хочется, видите, человеку быть увлечённым в чём-то. И поэтому на этот случай уже придумывает, как он мог бы оправдаться. Если не получится, то, конечно, взвалит на себя решение каких-то проблем, каких-то моментов.
Если получится, значит хорошо. Угу. Давайте смотреть, что его волнует, точнее, что он думает о вас сегодня, именно о вас. Что он влюблен в такую женщину, как вы. Всем хороша. И, наверное, даже где-то ведьма. Потому что королеву жезлов, так или иначе, да, благодаря черной кошке здесь ассоциируют с женщиной, которая обладает какими-то тайными знаниями. Конечно, здесь могут отыгрываться не только ведьмы, в прямом смысле здесь тарологи, здесь могут астрологи, нумерологи, психологи здесь отыгрываться. Но вот та роль женская, которую вы позиционируете и которой вы живете, этому мужчине очень нравится. Мужчина влюблен в тот образ, который он знает. Одиноко ему здесь без вас. Ваше общение ему добавляло какого-то, знаете, вот жизненного комфорта. Ассоциация такая, что вот есть сосуд, который наполовину полный. А вот общение с вами вот заполняло этот сосуд эмоционально до краев. А сейчас ему здесь одиноко. То ли общение между вами стало меньше, реже, то ли его не стало вообще, судя по четверке мечей. А отшельнику здесь может быть вообще глухая, непроглядная тишина, и причем долгое время. Но образ ваш покоя ему не дает. Вспоминая даже внешность вашу. Помнит даже черты лица ваши. Какой длины волосы, какого цвета глаза. Что еще он думает о вас сегодня? Действовать или бездействовать? Угу. Он хотел бы наладить с вами снова качественное общение, плодотворное, но только не знает, надо ему, не надо. Или, возможно, вы согласитесь, не согласитесь, примите его или не примите. Или, может быть, вы сама там по уши заняты своими собственными делами. Еще думаю, что на меня, наверное, уже времени нет. Или она настолько сейчас свою личную жизнь устраивает, что ей не до меня. И мысли такие, вот надо или не надо. Ну да, видите, солнце. А, солнце и луна. Проявиться, либо так и быть, вот под покровом ночи. Быть солнышком, либо луной. В любом случае здесь переживает. Луна и двойка мечей. Состояние такое, раздвоение личности, наверное, что днем он делает вид, что все хорошо, а ночью, когда никто не видит, вот у него душа здесь на раскорячку, мысли в разбег. Хорошо, давайте посмотрим, что волнует его больше всего по отношению к вам. Ссора, конфликт какая-то, либо неприятный разговор, ваше какое-то резкое поведение или резкая смена вот вектора вашего поведения, что вы всегда были белая зайка и пушистая, а в какой-то момент вы проявили вот свой какой-то колючий характер. Вы всегда говорили ему литературным языком, культурно и высокопарно, а в какой-то момент вот просто взяли там и, не знаю, матом на него сказали. У каждого, конечно, здесь по-разному, но здесь, видите, обнажили свой меч и просто налетели на него. Возможно, вы, конечно, и очень сдержанно и культурно мужчине все высказали, спокойно даже, но для него это так не было. Дистанция между вами его очень здесь волнует. Волнует больше всего дистанция. И он понимает, что вы с ним, общение с вами, встреча с вами, это было вообще не просто так. Он понимает, что это для чего-то нужно было.
И, видимо, поэтому и думает, что надо мне, не надо, да, действовать мне, не действовать. Нужен, не нужен. Заявить о себе, либо сидеть дальше, молчать. Не просто так. Вы ему здесь даны, по его мнению. Чуть ли не самой судьбой. Что еще его волнует по отношению к вам? Что женой вы его не будете или не станете, да? А возможно, вы чья-то другая. Чья-то чужая жена, вот так вот. И что вы с ним не можете быть по той причине, что предназначены другому мужчине. Одно он точно понимает, что с вами здесь можно общаться только сугубо на какие-то формальные темы, деловые какие-то вопросы, не знаю, о природе, о погоде, вот максимум. Того вот былого какого-то изобилия, которое было между вами, уже не будет. И опять же здесь вопрос, ну а насколько ему надо, да, хочется-то по максимуму, хочется все хорошо. А не получается, а надо тогда мне или нет? Даст ли она мне дальше какую-то возможность, ну вот, проявить себя, видите, королем Пентаклей, или не даст? Однозначно его волнует, что его некий портрет, его некий образ, который он, возможно, долго создавал, долго для вас рисовал, что он рассыпался, что, возможно, некая такая, не знаю, атрибутика какая-то, некая шелуха с него спала, и вы его увидели вот таким, какой он есть, в неприглядном виде. И он понимает, что теперь, но уже не тот. Пальто уже не то. Захотите ли вы дальше или нет? Да, может быть, вы как человек, который может закрыть глаза на какие-то вещи и помочь любому человеку в сложной ситуации. Вы не откажете. Ну, конечно, хочется, чтобы все было вот по максимуму, да, все было хорошо. Он даже думает о том, что стоит ему появиться, я не знаю, вы его, наверное, поганой метлой гнать будете. Настучите этой метлой по голове ему. Завернете его колесницу в обратную сторону. Ну, конечно, здесь будет действовать, не будет действовать, да, или какие-то перспективы. Посмотрите плейлист про отношения, там есть расклады на любую практически тему, которая вас может волновать. В одном раскладе невозможно рассмотреть все вопросы. Чем более сжатые узкие темы, тем развернутее можно посмотреть тот или иной вопрос. А если будете смотреть расклады, которые, ну, вот на точечные ваши запросы, то, как пишут в комментариях, что вы можете собрать там целый сериал, да, или картину вот по пазлам, чтобы вам было понятно. Поэтому смотрите, буду рада. Кто не подписан, подписывайтесь, пишите комментарии. Это очень важно, это дорого всегда, обратная связь. Если резонирует, ставьте лайк, поддержите меня и поддержите данное видео. Конечно, активность, которую вы проявляете, вдохновляет меня регулярно и почаще, чем когда бы то ни было, делать для вас расклады. Ну а на сегодня все. До встречи в новых видео. Всем пока-пока.